свидание. В общем, меня позвали на свидание. Да, блядь, тысячу раз. Сука. Конечно, да. Да, ребят. Да. Да. Ну а чё такого? Ничего страшного. А, да. Вот. И чё? Ничего, сходила. Знаете, ощущение было, как будто мы в Тиндере познакомились. То есть я никогда не ходила на свидание Тиндера. Потому что как я первый раз... Типа незнакома, да, особо. Да, потому что я его видела тогда второй раз в жизни. Вот. И было странно. Чат обломал. По сути, да. По сути, было, так знаешь, вопросы по типу, а чем ты занимаешься? Ой. Где работаешь? Да, типа, сколько тебе лет? Да. Сколько тебе лет, как тебя зовут? Ну ладно, не как тебя зовут, не вплоть до такого, но как-то было странновато, но по итогу мы пошли еще гулять, ну то есть мы покушали, все вроде бы кайф,